И первый вопрос. Извините, по поводу белорусско-российской границы. Есть вероятность, опасность того, что Минск и Москва придут к восстановлению столбов пограничных, нарядов и пограничного и таможенного контроля? Что еще очень, знаете, что еще очень плохо? Там, насколько меня информировали, есть некая привязка к конкретным каким-то точкам. Некие реперные точки выстроены. Встает вопрос, это что, Россия начала проводить делимитацию, демаркацию границы? Так это переговорный процесс. Понимаете, это же может вылиться в серьезный конфликт. А если они, мы же не договорились, как будет на карте проходить граница, на местности. Только после этого надо устанавливать какие-то знаки и точки. Вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы. Поэтому я не думаю, что россияне на это решатся. Это уже серьезный конфликт. Так можно достукаться, черт знает до чего. Поэтому я не думаю, что они будут совершать какие-то дополнительные шаги. Но я могу сказать твердо. Мы ни в коем случае не пойдем на поводу россиян. И россияне могут быть уверены, что они как приезжали в Беларусь, так они и будут приезжать. Это я твердо гарантирую. Они, может, и хотели бы, чтобы мы приняли ответные действия и этим самым как-то наших братьев, русских, россиян ограничивали в передвижении на этой границе. Но мы никогда на это не пойдем. Они нам не враги, они нам не противники. Это наши братья, это наши россияне. Как ездили сюда, так они будут сюда ездить. Ну, а все остальное... Но мы будем отвечать адекватно, что касается экономики, там, таможенных дел, ну и вообще контроля границ. Хотят они выстроить таким образом, ну мы же им воспрепятствовать не можем, это их суверенное право. Мы будем отвечать тем же, за исключением того, что я сказал. Люди от этого пострадать не должны, россияне.